Флешмоб веселый и полезный. В минувшую субботу спасатели МЧС обосновались в парке Степаново. Ликвидировали не пожар или наводнение, а пробелы в культуре безопасности ивановцев. Специалисты в игровой форме рассказали юным горожанам, как вести себя в той или иной опасной ситуации. Для наглядности развернули выставку спецтехники. Любую машину можно потрогать и даже посидеть внутри. На катке прошла эстафета, где с пожарным рукавом наперевес ребята на коньках огибали конусы. Особое внимание подростков привлек конкурс «Пожарный снайпер». Прицелившись из гидранта, нужно попасть в мишень. Цель данного мероприятия – приобщить население именно к культуре безопасности, научить основным требованиям пожаробезопасности, основным действиям на водных объектах непосредственно в летний период, а также пропаганда здорового образа жизни и популяризации профессии пожарного и спасателя.